хоть мы и находимся на плато, но все-таки цифры заболевших достаточно серьезные. И хотя сегодня из больниц выписано больше людей, чем в них поступило, но, тем не менее, у нас остаются уязвимые категории населения, для которых заболевание коронавирусом несет дополнительные угрозы. Речь о жителях старше 65 лет и людях с хроническими заболеваниями. Они по-прежнему на самоизоляции. Процент заболеваемости пожилых в регионе не более 15. Достаточно стабильная ситуация и с тяжелыми больными. В первую очередь с теми, кто находится на искусственной вентиляции легких, что говорит о должной защите наиболее уязвимых категорий населения. Но эту практику необходимо продолжать. Сегодня ночью на Уктусе дважды горел дом на улице Походной. Он рассчитан на двух хозяев. В одной половине проживает мужчина, в другой – пожилая пара с внуками. Около 2 часов ночи мужчина разбудил соседей криками о пожаре. Кто-то поджег его входную дверь. Вдвоем с дедом огонь потушили. Мужчина уехал, соседи легли спать. Через несколько часов дом снова загорелся. Семья успела эвакуироваться и вызвать пожарных. Накануне вечером по центру Екатеринбурга продефилировала компания молодых людей в купальных костюмах. Они расположились в бассейне, устроенном в прицепе «Жигулей». Процессию задержали полицейские. Но, по словам участников, винят их не в бассейнной поездке, а в другом нарушении.